Привет, как жизнь? Есть поступки, которые мы делаем легко, непринужденно. Разбить! Запятнать! Разорвать! Все это происходит как бы само собой. Мы сами не всегда до конца понимаем, что совершили и по какому праву. А последствия? Следствия остаются с нами. Ты многое бы отдал за то, чтобы содеянное было исправлено. Заменить испорченное на новое. Склеить, стереть, связать вновь. И так, чтобы без них, без последствий. Для этого тебе придется вернуться. Да-да, ты не ослышался, вернуться. Сожаление и раскаяние – это важно. Но это не то, что обращает время и Вселенную вспять. Тшува – возвращение. Вернуться к тому, кто ты есть на самом деле. Вернуться к такому себе, кто осознает, что делает и почему. Для Бога пространство, время и человеческие деяния – это пазл, собрать который доверено человеку, тебе. Ты можешь не просто все исправить, ты можешь все вернуть. Ты можешь все вернуть. Вернуть. В Йом-Кипур я вернусь в синагогу. А где будешь ты?